Всякие вот всякие сувениры, вот так вот все, всякие и декоративные куклы. Да я так просто снимаю красиво. Просто куклы, украшения всякие, всякие украшения. Такие вот куклы, всякие красивые куклы. По 200, по 300. Да я так просто для себя так. Хорошо. Так для себя. Ничего плохого не снимаю. Не, ну, вдруг да. Вы купите, хотите? Не, просто для блога, просто блог. Ага. Да, куклы всякие, куклы. Снимайте. Ну вот, смотрите, такие панно, это виниловые диски расписные. Да, у меня в свое время очень хорошо за границу они ходили. Красиво. Как. Спасибо. Девушка. Угу. Красиво. Снимайте, только у приятно. Вас очень красиво. Да, вязаные какие. Какие вязаные. По 300. Вам, конечно, большая полторы. Посмотрите, вот это вот бабка-ёшка ВДВшница такая. Вот это вот творческая личность, актер, режиссер. Я сама не чувствую. Даже в дорогу берешь красивее. По 200 рублей. Следующий год поближе. Да, красиво. И вязаные, и красивые. А вот это, между прочим, это денежные коты. Цвета красные коты. Денежные, прям. Да. Прям денежные. Вот сажаешь его на кошелек. Еще есть такая примета, если, допустим, вот это из жизни действительно примета, действительно про рыжих котов, если надо, допустим, ну, чтобы какой-то документ пошел, да, а это вот такая сажаешь кота, у вас. Вот ангелочки, как бы, благословение, что это ход дела хорошо. Охранители дома, вот это вот такой ангел Мишель. Глаза, это вот гламурные поганочки. Крылья сиреневые, такой фанчики. Это мегафон, кот валяется. Мегафон. Да. Мегафон. Да, похож на меня. Выдержан в корпоративных цветах. Да, фиолетовый, зеленый. Ага. Кать, хочешь такой? Ангелочек. Очень красиво. Или мышь. А это, между прочим, елочка. Если вы с этой стороны зайдете, посмотрите. Это елочка, она даже с игрушками. А, да. Вот. Джинсовая елочка. Джинсовая. Елочка. Да, красиво. А вот эти штучки, они называются попики. Бобики? Попики. Это попики. Они в стрингах все кажутся. С докрашенными ногтями, вот попик медсестра. Ух ты, золотой. Да. Вот их такая. Что они считают, что же это побереги, либо там короче, либо какой-нибудь. Да. Рыба тоже 200. Ага. Такая рыба, не доверяюсь, не доплыву, так добегу. Очень энергичная. Рыба смешная.
Ничего, все красиво как. Я рада, что вам нравится. Что она поймет? Ну, это уже понятно, да? Что это красивая женщина. Да. Тем более, не обязательно с руки давать, можно повесить. Она яркая. Да. А вас можно снять? Да, просто так же. Красиво. Кавказский. Позволите? А вас можно снять? Да. Видео? Да, просто так, для себя просто. Да, только немножечко допустим. Красоту вашу снять. Пожалуйста. Сумочки. Такие вот сумочки. Красивые сумочки. Да, красота. Дизайн, интерьер. Интерьер. Красненький. Видите, как красненький. Все сумочки, вот красота. Это что тут у нас? А, тоже красота. Все больше сумок. А что он поменял? Золото, да. Золото, да, это? Даже не передать на камеру. Да, золото. Золото. Ваши сумочки. Конечно. Сумочки красивые. Большая, красивая. Спасибо большое. А вас позволите снять на камеру? Позволите снять? Да, только не меня, пожалуйста. Да, хорошо, я вас не снимаю. Я просто блог веду для себя. Заколочки. Детский для девочек, вот так вот. А, я думал, это бантик. Ну, типа того. Спасибо большое. Да, если хороший. У меня просто... у него просто хороший. А вы говорите снять? Да нет. Что ты? А, эти украшения. На руку, да? Да. Эти украшения всякие. Передатник. Всякие украшения. То есть, ножки. Украшения. Украшения. Везде игрушки всякие. Везде игрушки. Позволите снять ваши картины? Возможно, вы снять ваши картины? Только вас не надо, да? Буква R. Р. Красиво. Вышивка. Все из вышивки.
красиво все. Крокодил. Все красиво. Красиво большое. Переходим дальше. Вышивка, тип, предки. Знакомы? На прошлой ярмарке. А где именно? Здесь же. Здесь же. На Ставрополе. Да, Ставрополь. Ставрополь. А ты, кажется, подрос. Нет, так же. Ставрополь. 400 рублей. А вот под, которая большая. 1300. Ставрополь. Рассказывай, как дела. Ну, я потом к вам приду еще. Да. Все хорошо. Так. Постилала тут, да. Четкая. Четкая, да? Да. А, это не важно. Постилала. Это можно пробовать, смотри. Да, какая из них тут? Да. Спасибо. И дальше. Что тут у них? Ну, возьми один кусочек вот так. Вот, ручку аккуратненько. Ой. Вот. Пусть села какая-то вот такая, что круто, да? Это вот на подарок можно, видишь? Здесь идет две штучки 80 рублей. Вот такая вот одна 100 и эти по 120. Тут три штучки. Три разных вкуса. А вот тут? Они идут... Получается. Одна. А тут три, да? Нет, тоже по одной, нет. Вот эти вот они все по одной. Если для подарок такой, если для себя, то... Получается два вкуса, если не можете определиться, то два, если не можете определиться, то три. А вот эти, если определенный вкус понравился, то... А это чего такие вот, это вот чем? А вот такие вот чем? А, тут же написано. Это идет диабетическая, клубника, облепиха, барбарис. А, тут же разные эти. Красное яблоко. Вишня. Все, по-моему, облепиха, да. Малина есть. Да, много. Десяток. Она такая, ну, с нейтральным вкусом. Да. Ну, если со вкусом не этот, сложно определиться, то вот такие вот самые оптимальные. Да так, вас снимаем. Популярным будете. А сколько они стоят? Чем они 80? Прилипают? 100? 120. Они все прилипают. Сладкие. На, возьми одну. Что, я еще не пробовал. У вас тут столько много, вот. Даже если прям все ж не возьмешь, же все ж. Малина? Давайте. Нет, это вот это. Борис? Давайте еще раз, рубль 2. А когда заканчивается эта как бы выставка? 1 числа, последний день.
Кости Лугаш. А это ваш инстаграм, да? Это мой. У нас тут два стола. А, ваш, да, инстаграм?
Так, вот чёрки делаются. А позволите вас снять? Ну, спасибо большое. Просто блок веду красивый. Вот, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Удачи вам. Получается ничего. Это всякие книги, всякая выставка. Я сейчас к вам вернусь еще. Сейчас. Да. А? Мастер-класс, расскажем. Мастер-классы. Понятно. А, это из глины, да? А, или из пластилина? Глина. 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 Да. Смотри, там вот есть ягодки, а есть просто цветочки. Да? Да. Помню, когда я с глиной что-то делал. Глина. Привет. А, это вы тоже? Конечно, я. Так, у нас будет сейчас мастер-класс по глине. Рассказкам, потом по букет. Раскраска будет, да? Раскраска. Нет, красота. Раскраски хочешь или букетик сохранишь? Можно ли? Нет, пожалуйста. Да, вот вас сбегаем. А, мы тоже не снимали. Всякие украшения, всякие безделушки, всякие украшения, безделушки, заколочки. Все на Кабардинской арт-базаре. Видите, сколько людей подходит. Видите? Байкер-стрит. Вот он, Байкер-стрит. Это всякие украшения. Люди подходят, книжки, всякие книжки, люди подходят, всякие книжки, разные темы. Твинхушка, тени Фабеджи, кокарского народа. Здравствуйте. Это просто ваши книжки. Да, красота. Да, красота. Да. Над моими шутками не смеется даже мама. Не смеется даже мама. Сама себе психолога. За жизнь что-то хуровый. Чего это за... Да, и сейчас, минутку, сейчас. Thank you.
Love you.